В минувшие выходные на территории центральной джума-мечети города Каспийска состоялось торжественное мероприятие по случаю установки электрического подъемника для инвалидов-колясочников. Как сообщила наша редакция пресс-служба духовенства города, электропандус был установлен по просьбе Всероссийского общества инвалидов. На запрос людей СОВЗ сразу же отреагировал председатель совета имамов города Мурат Исмаилов. Под его руководством в кратчайшие сроки конструкция была установлена и уже введена в эксплуатацию. В минувшие выходные инвалиды колясочники лично проверили устройство в деле. Благодаря функционированию данного пандуса на территории мечети люди с ОВЗ могут беспрепятственно совершать коллективный пятничный намаз, а также посещать религиозный объект. Отметим, что по завершению торжественной части инвалидам-колясочникам были вручены продуктовые наборы и религиозная литература от Мурата Исмаилова.